трехчасовой выклик. Нормально. Начали мы с 12. Это скоро уже 3 часа. Возможно, больше. Ну, блядь, тут имбопати. Так, давайте смоньте все. А, все? У нас Геры, правда, нет. Дай пофиг. Тык, 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 тык. Пан, сколько заберешь? Двоих или троих, правых или левых. Так, сейчас. Двоих справа, трех слева могу забрать. Давай, я трех так. Слева возьму. Я это хотел сказать, ну ладно. Лиса. Ну. Сейчас на кто-то не играешь? Нет, я играю в другую мову. Вот. Но я играю в мову шара. В лигу? Нет. Ну, я типа скачала лол, прошла обучение, а потом что-то не заходила. Бля, нужно поиграть. Я это в Mobile Legends играю. Телефонная копия лола? Да. Я, кстати, пиздатый мозгов, так что пишите. Мне плохо стало. Особенно если вы танк, я, блядь, просто с вами готова на хоть на край света. Все, давайте, кто там? Танкодру, ты трех левых, пан двух правых. Давайте, да, пулем. Так, пан где-то. Вот. Как удобно через хилбот попробовать, вы бы знали. Гадай! Короля заберите! Знаете, пан постоянно таунтит боссов, а потом такой, я не таунтил. Он спрашивает, что это было, а он такой, не знаю. Откидывает как раз ромбик. Шарпи, мне тут надо будет плечо, если пойдет на дуля. Не только тебе, брат. Паролишь. Я не писала про анролла, когда добирала. А. Но откидывает ромбик, почему его заливают в последний момент? Чтобы он больше всего откидывал нахуй. Может, я тупой, РЛ, объясни мне. Менее опасный мэрт. Ну, по глазу залили АОЕ, когда били череп и крест. Его никто не фокусил, фактически. Лохи у меня сопротивляют. Мне кажется, я жезлом больше ДПС дам. Ну-ка проверим. Это уже сильно, сильно. Ой, надо же вытащить с книжки это. А где это? Ты можешь просто вплотную подойти. Идите автоатак. Не вытаскивается, нет. Сука. Вихрь, блядь, не сдохнет. Вот там друиды хотят ролить, или чё? Если выходит на друида, если выходит на друида, я его себе заберу. Давай, хуйня не занимайся. Я не руфлю, мне серьезно надо. Ну, мне за танка надо. Ну, мне на холле приста, мне последние Т4 осталось. Ну,
воролим, ёбан. Не, тебе мы тоже Т4 надим, чё это за мем? Я соберу, блядь, меня нахуй сапанин, потому что я добирала. Да, давайте мы спики будем надевать. Вот мы какое-то говно. Анролов не было, не было. Было, посмотри! Здорово, я тебя могу пинковать в ПМ. Один анрол ноги был написан. Я без анролов допирала. Вот только что написал чат. Кого-то наебали. Еба, есть завикли? И хуй там, блядь, на друида. О, все, раз на друида, то роли. Плащ, умоляю. Блядь, чикен рагу я. Просто если ты даешь ЕП за этот виклик, схуяли идет анрол тебе. Я не даю ЕП за этот виклик. Я даю ЕП за этот виклик. Не даю, я же сказал. Там дарование выиграл. А, ну все, тебе не надо, отлично. Вой, ты будешь ролить плащ, то нет? Да. Дарование выиграл. Дарование нажал 100. Вот не будет ролить плащ. Падла, сука. Дарование, тебе надо это? Или я отдам лучше войду? Антифер, дайте по... Инанит. Блять, сколько вообще дарования дал ДПС? Смот. Чуть-чуть больше танка Тру. Ну такой. Он вырулил, он спирает. Паладин, разбойник, шаман. Нужно было слышать. Плаща, правда. Лично я бы ему хуй бы чё дал. Ты просто сотри ДПС и нахуй. Так ты собери рейд и не давай. Ты понимаешь, что она забанит потом, потому что я не дал челу шмот. Хотя он его вырвал. Были случаи, что банили за 245-й шмот? Да за любой ниндзя лутинг мог забанить. На Вармейне там каждый день банят вообще, на сервисе не знаю. Ну если они жаловаться будут плакать, то да, забанят. Ну люди, которые банят, тоже должны как-то в этом разбираться хотя бы, не просто баны хуяривать по первой жалобе. Там кто жалуется, он делает скрин, что он типа выролил, а ты отдашь. Есть такая хуйня, называется диспут. Ну отстаивать как-нибудь, хотя бы даешь же хотя бы слово, на кого наговаривают, так скажем. Или там без разбора сразу тебе банки будут. Ну если он скрин делает и там видно, что ты типа отдал шмотку, а хотя он выиграл. А я делаю да. Скрин ДПС рейда нахуй, скрин самого рейда и говорю, что этому уебище я не собирался давать. А админ спросит, у тебя были какие-то требования на ролл шмота и все, и прока. Бафнуть, а нет, все нет. Да, встречный вопрос, нахуя Аркану дух. Если просто шмот. На пулю, на пулю, на пулю. Я напулила. Разбегаемся, держим рейндж между собой. Все милишки разбежались. Если рядом кто-то с вами стоит, нажали свои дефы. И не умираем. Понимаю. Как бы типичные игроки на комбо-трогах. А вот я не сдохла.
Сальво, дай по пану. Чиполонный. Просто поднапульте немного на загребущего. Олпик, чиповонный, лаот, пан. По панну дайте все сальво. Сам пан по себе не может. Он может, не может, я не знаю. Может. Ну вот, пусть даст. Наверное, дал уже. Наверное, это пан просто. Разбежались. Разбегаемся. Наберите рейндж. Друбракс, дай БР по тот самый бомж. Ты не тому дал БР, не той Роге. Слюнявый пуп, вставай. Вот, Тума, ты найдешь Прогу? Тот самый бомж. БР дашь по нему? Немота. Под этой хуйней, под завалом умрет. Проверь. Понял. Мотума разве АДК? Мотума, ты же АДК, правильно, на мейне? Я уже фрост. Он фрост. А, уже фрост. Разбежались, рейндж держим, милики. Разбежались. Сколько куда бежать? Это была шутка. Да. Не сдох. В смысле, РТ не будет? Сейчас что, уже РТ должно быть? Да. Через 6 минут резко. Вообще-то Грул, Макик, Гер. А, да. Ой, это я тоже хочу поэрелить. Магик оп, еще. Как ты там Войд говорил, заебывает ждать челов на БГ? Интересно, людей будет заебывать челов на Виклике? Конечно. Я вчера заебала вас ждать взломать. Там стоял такой рейд десятка, которую любой может собрать. Тут-то желающих не было.
вершину уйти спать. Так, магия, магов у нас есть маг, ставь в порт в штрат. Сейчас дать мне шею, умоляю. Иди ты в жопу. Шея ему. Тройте шею. Вот, сотку Войд кинул, кидай Войду. Да, просто. Какой-то алпик, это вообще паладин. Паладин. Паладин, ты же даже не холипал сейчас был. Еще умотнул, да, запиши на кубы. Он сразу так. Я с Войдом по-любому на кубы. Я не хочу там сидеть. Здоров всем. Так, Друбракс. Зачем это... Друбрак, зачем тебе зуба грула на крит-хаст, когда ты редру? Тебе это не надо. Еще один плюс на кул. Забанят, понимаешь? Забанят. Ну, я сейчас его спрашиваю, ему надо или нет. Друбрак, тебе надо прям вот шея? Ты уверен? Напиши. Да, редру носит с духом. Какие вопросы еще могут быть? Нет, ну если баллон, то может шея и законает. Эрдру, тебе нужно это? На сову она идет, эта шея, на дерево нет. Опять потом, всё. Блядь, на форуме Войд кидала. Да похуй вообще. Трубраксу надо. А, Нортал не на куб присунул. Нет, не на куб. Урод, сука. Пидер. Ливнул, видели? Забрал мою шмотку, ливнул. Говно. Это не он ливнул. Ну, маг. Дарование. Маг какой-то. Плащ. Плащ, говно, с духом забрал. Ой, бля. Пойду в первый виклик, там заберу весь шмот. Я тоже. Блин, чё хоть, а вот. Шо, как у вас успехи? Мы пришли до маника. У Вайдата кто-то шмотку увёл. Да, какую? Увели шмотки, сука, все мои. Шею увели, Лок, плащ увели. Лок, шкаф. Сумоним людей. Увели, все. Вы на ком сейчас? Магике. На магике, ну, на последнем. Тыкните шкаф. Сейчас я подбегу, тыкну. Ты что, блядь, куришь там? Нет. Делаешь. А, ты так шмыгаешь. Пидор, ответ! Это электронка. Сука. Нет слов, просто нет слов. Упадок традиции, упадок морали, деградация. Бля, ты как бабка у подъезда. Да. Я ожидал, что ты расскажешь, что там, короче, в США у чувака, блядь, госпитализировали чувака, у него пол легких забито вот этим маслом от вейпа. Затвердил. Ты понимаешь, что они курили на каноидах эту хуйню?
Ты понимаешь, что это были каннабиноиды, а не вот эти вот обычные вейпы? Вы, блядь, сначала прочитайте перед тем, как вот эту вот хуйню разносить. Защитите вейпы. Причем здесь разносить? Мне вообще поебать. Я просто ждал от Войда того, что он это скажет. Да я даже не в курсе, что там происходило в США. Какой-то петух завелся в рейде. Неправда, нет меня в рейде. Сань, ты можешь начать собирать рейд. Вот фраза из поговорка, нахуй. Услышал звон, но не знаешь, где он. Началось. Нахуя ты злой, ты вейпер, да? Разбери его по кирпичикам. Просто я эту хуйню с вейпом уже где только не слышал, она реально уже заебала. Люди не понимают, что говорят. Да люди вообще ничего не понимают. Все ситуации просто, и лишь бы просто, знаешь, пиздануть. А, лишь бы пиздануть, а ты что ждал? Здравый смысл хотя бы в твоих слов. Которого ну ты их не те. Какой нахуй здравый смысл? О чем ты? Что ты сделала с людьми? Зачем ты их в шестую группу вместила? Это кубы. Ты бы лучше начал с того, что эта инфа первым делом появилась это на телеке. Вообще не факт, что она в принципе достоверная. Это просто рофл был. А ты так воспринимаешь. Ладно, давайте начнем с того, что достоверно. Достоверно ли то, что человек произошел от обезьяны? Не, ну ты-то точно произошел. Не, ну я-то произошел, но а достоверно ли вообще, что все люди произошли от обезьяны или нет? Как вы думаете? Все мы умрем, все. Ну, разговор. То, что мы умрем, это давно известный факт. А про обезьян кто знает? Кто-то знает. Это все теории, они все не доказаны, Войд, понимаешь? Об этом да. Вести диалог, не вижу смысла. Даже не доказано то, что наша история была такая, как в учебниках, блядь. Не доказано. Почему? Кто тебе такое сказал? Ну, блядь, могли какую-то родом... Тут, а как же тебе историки и все вот эти, блядь, истории до нашей эры, которые все записывали? А что это и... так? Не, ну так-то историю России писали немцы, здравствуйте. Да Екатерины. Так какая разница, кто ее писал? Вопрос не в том, кто что писал, а вопрос в том, зачем это делали. Хранить историю, как бы, чтоб люди... Вопрос знали. В том, почему у вас вдруг такие вопросы на магике ОП. Хорош. Для чего историки? Чтобы, блядь, сохранить историю. Вообще в учебниках кого-то присумонить. Ну, не то, чтобы сохранить историю, имеет очень важное значение. Вот если ты, допустим, знаешь свою историю, и она... определенного характера, ты будешь думать о себе в определенном свете. А если она будет совершенно другого характера, ты будешь думать о себе уже по-другому. Вопрос Войд, в том, почему вы выклик 3 часа проходите. Войд, танкадру, спускайся, культрэш, танкадру, вниз, спускайся, культрэш, давай. Танкадру, вперед. Историю пишут победители. А, ну тогда понятно, почему вы выклик 3 часа проходите. Во-во-во. Ну вот, кто выиграл в PvP с Войдом, тот пишет историю. А если Войд выиграл, то Войд обоссыт того, кого он выиграл. Ударь его чем-нибудь тяжело, он опять начал хуйни. Я тебе удар щитом сейчас дам. Если деньги нахуй заберу. Каким щитом ты, прист? Фейерварк, что ты АФК стоишь? Скажи, пожалуйста, ты будешь там щиточку кидать, что-нибудь делать? Я такого языки навара. Да не, щит на себя вешаешь и подбегаешь щитом ему по ебалу. Фейерварк, ты же ДЦ, бери и кидай свои щиточки. Уклонение 56%. Удачи. Выйди, разбойник. Разбийник. А, не, извините, 86. Я проебался штук. Ну я вижу, как в PvP разбойник выходит с инвиза и умирает за 2 секунды. Помогает ухо. Это про меня? Блять, расскажи это чуваку из этого Peaky Blinders, по-моему, Серебан Рога, который режет шеемщиков и меня.
паскуда. Ну, режет он, когда у него ничего не на КД, а когда у него все на КД, он отсасывает либо. Шибан, у него слишком охуенно собраны капы. Не знаю, лично я вот своим ДК на БГ его ебашил, как нихуя делать. Он меня ни разу не убил своим. Раз... Мне нужно отключить. Ты поставила метки? Или она ушла? Почему там еще мобы ходят? Че, никто не мог забрать? Просто Эрдру пожилой бежит. Пожилой. Пожилой Эрдру погиб. У нас челик был в гильдии, его называли пожилая залупа. Не, ну лучше, чтоб не было обидно, хотя бы там пожилая тортилья. Что происходит? Вы можете перестать бить? Блин, ну это весело. Хоп. В смысле, мы трэш чистим, что происходит? Посмотри на магика, что с мобом происходит. Какой-то дурак в ладре. Давай я посмотрю, кто это делает. Это я делаю. Не, ну сначала был не я, а потом я увидел то, что это весело. И начал делать я. Опять двойные стандарты. Давай кикнем его с рейда. Дурак. Пожалуйста, только не кик с рейда. Умоляй какой-то. Вот какой-то умоляет, когда шмотку хочет. Даже... Ставим шкаф, Локи, шкаф, быстро, шкаф. Умоляет Локи и называет быстрее. Себя братьями. А так что все, вы делаете? Все идиоты! Загребущий, выключи этого пэта своего. Поставь его на нейтральный. Ставь метки. Круглюшок поставь вот тут ближайший, чтоб я вообще боссу не ходил. Пожалуйста, расскажите дурачку, как 3D метки оставлять? Ты видишь слева, там твой портрет сверху в углу. Чуть ниже есть стрелочка, из-за экрана выглядывает. Да. Жмякаешь на стрелочку, открывается окошко. В нижнем правом углу окошка есть флажок. Тыкаешь на флажок, появляются метки. Ого, спасибо, господи. Так. Да, себе печеньку сам уже сделал. Ах ты ж тварь. Ладно. Так. Все там, с печатями этими разобрались, поставили метки, все. Войт накручивает ЕП Алисе. Кинь мне на ДК, пожалуйста. Нет. ДК. Ругу тоже одевай. И мне им все равно никуда не берете, какой тебе Ругу. Вот на Вики как бы. Поставила метки? Мне на викингах ничего не надо. Ну, значит, надо будет чего. На пулы все на квадрат, на танкодру. Бомжей, сука. Бомжей ДК жмите. А не ел DTX. Агро. Какой-то мудак с аурой света. Yes.
Ну, речь не тех, кто сдох. Я рога, я не умею резать, сори. Ну... А где твоя первая помощь? Ты же рога. Ладно, вставай. Чё, так всё-таки один анрол, он есть, да? Всё-таки он есть? Нет. В смысле? Он же был, блядь, уже нет, что ли? На магика был. Вот твой спектакль такой разыгрывает. Ну ты же... Я 4 ты же все равно... Ты же все равно собирал, получается, ты лучше в рекламу посмотри, есть. У тебя 3600 ДПС, а у меня 4К. Кто теперь здесь главный? Не, я просто его не понимаю, когда что-то ему надо, он говорит, есть анрол. А уже ему не надо, блядь, хотя он собирал анрол. Не, я просто челом написал то, что кто-то говорит, меня спрашивал, написал то, что на магика, на плечи анрол могут быть. А я написал челу то, что другое, все, не анрол. Ну, он этого не знал, теперь ты ему сказал, теперь он знает, теперь можете помолчать и побить босса. Сейчас нажму кубик нахуй. Заебал. Гайд, как нажать куб. Кто на тебе кружок? Я за тобой смотрю. Направил камеру на тебя прям. Сейчас Некс, бежим резаемся, бафаем. Выбрал тебя в цель. Нахуя? Надо же магика в цель, натуре. Выбрал его. Надо фокус босс. Кубы подошли? Фух, я уже думал не прожалось. Отпускайте кубы. Выйду ГП нахуй. Отпустите кубы, блять. А как их отпустить? Нельзя отпускать, ты нажимаешь просто ты ШФК и все. Так да? Можешь же нажать буквочку лево-право и отпад. Так мне кажется, там на боссе, когда лучи, у него дамаг получаемый увеличивается, не? Серьезно? Вроде да. Не, я просто не знаю. Вроде увеличивается. Да. Понял, я не знал. Поэтому не надо их отпускать. После откидывания будет. Кубам не забудьте подбежать. Подбегаем к кубам, спеем. Прожали кубы. Отлично. Гайд, как прожать куб, а твой, да? Такая рука под кубом, классно. И сервер лёг. Я думал, это у меня вылезет. Я ненавижу Сирус. Какой раз? Четвёртый за этот виклик? Третий. Два раза на Ике. И сейчас один. А не три раза на Ике? Не, два раза было. Какой же конченый сервер. Эх, вы неблагодарны, админы там стараются, что-то исправляют.
Заходите. Ребята, а вы где вообще? Мы на Махтеридоне. Заходим все. Лобычки, Люзери. Лобычки. Метки слетели. Надо переставить заново. Ничего, раз потянулся, нет. А зачем ты себе дай звездочку этому Уматуме? Он же бесполезный. Я на кругляшке, идите нахуй. Я на кругляшке. Матума будешь на месяц. Хорош. Блядь, что вы все меняете? Я стоял на печеньке, схуяли я теперь стал полумесяц. Тебе сложно? Ты полумесяц. Потому что я стала расставлять метки шарфа и стула одновременно стала расставлять. Я метки поставил только на этот, на кубы сами. Еще трусы звезда поставить. На Друбракса еще один. И этот был... Прист. Ой, ла... нет. Я на Друбекса поставлю трусы. Кош, я опустим на кубе. Стрёфнутых. Пофиг. Я сейчас тут, я тут. Который ты угораешь? Это не я пульнул. Бомжи. Докладайте бомжей. Войско мёртв. Смерть. Ой, у меня яда, кстати, кончилась. Массовое воскрешение, да, ничего страшного. Больше по трэшу, убейте чаротворцев. На который сдох, вы чё? Это уже точно кто-то убирает.
Вот пиздец, ложитесь. Боже. Ну, а он, что, у вас один танк, правильно? Да. Вот смотри, у вас рог в рейде. Раз, два, три. Три роги, два ханта. Они что? Пролистаем чат. У меня там так. Слюнявый применяет к танкадру. Мировинген применяет. Тот самый применяет. Нездрог применяет. Вот Винц применяет. Все применили, но почему-то обосрали. Ой, так хотел порать на рогов и на хантов. Получилось. Да я дам рыбу. Не надо тратить массовое воскрешение, не дай боже, опять такая хуйня будет. У вас не хватит там. Сейчас такая хуйня только по тупости происходит. Надо просто танка хорошенько захиливать. Пан сальву по себе вообще кидаешь? Хотя бы сам по себе. Да он просто бурю дал одну и сдох. Надо я не давал бурю. Ну, значит, правосудие. Лок, шкаф ставь. Надо подождать, пока танк побьет секунд 10. На него отдадут фул на пул, и тогда можно уже будет нажимать все способности. Перед тем, как умереть, он успел влить 2.4 ляма и остался топ-2 после смерти. Я кто? Бы не сказал, что он после бури сразу падает. Кто? Ну, пан. Он 200 тысяч дал. Освещение 113 тысяч. 20... Не... Подожди, сколько он дал? 22 тысячи. Текущий бой нажми. Ну какой текущий бой? Вот текущий бой. 23. 23 тысячи. Где ты по лям увидел? Ты обновил аккаунт. Мозги пусть обнови. Это неправильно, у тебя аккаунт. В смысле мозги обновит? Чё ты меня обижаешь? Я не понял. Он гуся гонит. Рыба стоит, ешь тебе рыбу. Рыбу. Чё ты себя так ведёшь? Есть какой-нибудь комментарий? Скажи ему в своём стиле. Иди нахуй. Вкусная рыба. Особенно когда Мишка на неё жопой сел. Шерсть попадается. Фу, блин. Во всём есть свои плюсы. Мы установим рекорд на Виклик 3,5 часа. Собрал шарп и стукнул Виклик, а он ему как раз. Великова даже немножко, я бы сказал. Приступ просто рак. Ты кикните их, дураков, с рейда. Пускай они там не красуются у нас. Кулака дайте. Кулака? Отцовского. Кулака. Кулака ему дай. Да как говорит, вы мне дайте. Крош, так кулак подведи и дай. Ну что там, чекай там, не знаю. Чувствую. Бомжи КД напуливайте, хильте. Танки танчат, хилы хилят. КД не дамажит. Пати был записал. Кто? Ну вон приз, белый чат. Даю на хп. По пану Боб дает или сальву, или он сейчас умрет нахуй. Чертворцы живы еще.
дебафнуть и бафши. Почему Децов встанет? Знаете, как хорошо играть рога, я ничего не бафаю. Яда, намажь. Я намазала. Бесполезный такой, да? Персонаж. Кулак друиду, дайте же. Спасибо. Кубы 8 секунд. Подходим к кубам. Диспосита прохил. Умерла. Я резну. Снимай с себя баф вот этой хуйни просто правой кнопкой на дух воздаяния. Ладно, понял. Ща резну. Сложно снять духа, понимаю. После откидывания будет. Подходим к кубам. Есть секунд. Подходим к кубам. Войт. Баф еще не спал. Кубы. ГГ Войт. Или ты успел? Да, успел. Кто из нас слабее? Кто не нажал? Я не нажал, я же сказал, у меня дебаф не жал. Была одна секунда и был. Блять, у меня луч был. Да, ребят, не серьезно. Ничего страшного бывает. Ой, ну это было очень на тоненького. Прям очень. Я видел. Ну ты кричи в чат, если у тебя дебаф, а что у тебя дебаф-то висел?
У меня, типа, до куба 50 секунд, а до баба висит полминуты. Он, типа, проходит, и я жму спокойно. Он зашел на платформу, наверное, когда откидывание было. Ресните всех. В звезде я лежу, ресните, пожалуйста. Спасибо. Что это за один ГП, что за непонятно? Куб не прожал, не прожал. Я бы у косари дала ГП, если честно. Ну я правда не ГП. Тут стоит этот, рыбка. Про платформу надо было говорить. Я как бы не в курсе был насчет платформы, что на нее заходить. Так ты же не спросил то, что не знаешь тактику. Вот ей не сказали. Не сказали, как куб жать, сказали. Про платформу мне ничего не сказали? Нет. Ты еще не знаешь, как куб жать? Ну, теперь ты знаешь, что нельзя раньше на платформу заходить. Все, теперь тебе подали. Теперь 10 лет без шмота будешь. Целый один ГП. Не понимаю себя, я знал и просто бы сделал на слово. А медведь сегодня будет? Поставьте шкаф, быстро, быстро, быстро. Ну ладно, рулю, дайте. Грул маги Герс какой кат? Четвертый. Ну, Мишка, ты стаунтишь, нет? Войско.
хорошо, если я тут стою, на мне никакого дебафа не будет, вот, стою на мне не будет. Сейчас он когда активируется, нельзя заходить. Если откидывание идет, то можно, чтобы на платформе... Нет, с самого начала можно зайти, дебаф не повесить. Ну, если будет дебаф, то ори, тебя заменят. Десять секунд. Секунда. Одна. Только не снова. Кубы. После откидывания. Два откидывания, странно. Кубы. От острова дается на 5% урона. Классно. Если три штурмовых захватить, то да. Пусть стены темницы содрогнутся. Им падут. Это закрывай.
кубы. Ну чё? Чё, блядь? Ну, чуть попозже. Да по имени очень точно. Особо добьёте, наверное. Угу. Сразу бы про платформу сказали бы, нахуй. Не было бы лайма. Кто пидор? РЛ пидор. Понял. Это он про меня. И... А! Ну и похуй. Завалило камнями. Ура, я сделал охоту, мужики, поздравьте меня. Ресните, 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 ресните. Я его ресну. Да ну, нахрен на без ролла будет. Да, где вообще кожа, нахуй, дайте мне квест. Стойте, стойте. О, блин, и... инженерка не вкачет. Кожа, хуй, ты 4 хуя, это квест по-любому. Войт, ты, кстати, мне мешок должен такой, помнишь, я тебе отдал как-то? Да нет, такого не было. Я даже видео могу найти, но хоть. Блядь. Блядь, вот вранье ему по-любому не надо, нахуй. А чё 400? Ты ж 800 за вики. У за этот 400. А какая разница между тем и этим? Тот за час, а этот за 3. Блядь, пати, посмотрите, какая была. Плюс люди не из гильды. Еще, да, не из гильды люди, поэтому и не идет ИП. Посмотри в правила гильдии, там написано то, что ИП дается только если 20 человек на РТ присутствует. Ну вообще этот гиглик без РТ должен был быть. О, без ИП. Выклик в воскресенье в 12 часов по Москве — это не очень хорошая идея. Выклики будут... Ой, перекинь мне ЕП на ДК, пожалуйста. Блядь, я объясню один раз. Мы не перекидываем ничего. Связываем... Привяжи моего рогу к ДК тогда. Я хочу, типа, чтобы у них вообще... Я говорил, привяжите кота к ДК. Войд просил. Войд не привязал. Я вроде спасибо. Привязал. Нет, ЕП ушло на кота. Значит, у тебя ник какой-то кривой. Там написано Alt-LS. Значит, он с плагином у тебя связан. ДК. Другой ник, наверное. Такой же, как у Матума, только там другая одна буква. Прижи рогу к ДК. А у вас есть такая тема, как заморозка, чтобы не откатывало 20%? Поставь на танк ядру заморозку. Да, меня не будет 2 недели где-то. Отпуск. Ой, ты что-нибудь решишь с ЕП? Чё? Ну чё, привязать, либо нахуй перекинуть уже. Привяжи моего рогу к ДК. Да подожди, я ты, не... блядь, я говорю. Я не знаю, напиши ник. Какая там буква, я не знаю. Написал в чат.
Мы Груль Магик-то идем или нет? Час уже сидим и ждем. И вот это вот его на 1 ГП сними. Это он меня раздражает немного. Войд. Чё? Мы Груль Магик-то идем или можно, блядь, в мага завалить? Войд. Привяжи персонажа Нежный Рок к персонажу Эйвинар. Да я не умею привязывать. Не знаю, как делать. Я сейчас, я знаю, походу. Сейчас. В заметках просто напиши ник мейн и все в офицерском. Да. Так ты посмотри в таблицу.